もう少しこう答えていただくときに、長あ、く続けていっちゃって続け大て丈夫いっですちゃっか。ても大丈夫っあ、ていうこ大と丈夫でですす。か。あ、なるほ頑張ど。りはます。い。大丈夫です。ですから、その予算による違いっていうのはなくて、ただ、なんでしょうね。まあ、それによっても、まあ、僕もいろんなタイプの、映画をやってますけども、今回はその中でも一番、まあ、内容的にはすごく映画化しにくい内容ではあったんですが、そこはなんとか踏ん張ってこうもうやりたい放題というか自由にやったつもりではあります。Ну, как я уже сказал, бюджет этой картины не сильно отличался от бюджетов предыдущих моих картин. Ну, до этого я снимал фильмы в разных жанрах на разные темы, и в этот раз вот у меня попался такой сложный материал. Несмотря на это, я, в принципе, позволил себе работать с ним, как мне хотелось. Поэтому я ощущал себя на съемках этого фильма достаточно свободно. У вас было два замечательных ведущих актера, Асана Тадоноуза Никайдо и Фуми. Никайдо Кунко. Если Асана уже актер с большим именем, то ваша актриса, в общем, ну не то чтобы совсем первые шаги делает, но еще достаточно молодая. С кем вот из них вам было работать интереснее, с опытным актером, который, может быть, сам мог вам что-то подсказать или как-то сам определять рисунок своей роли. Или вот с молодой девочкой, которая, в общем, видимо, была еще таким материалом в ваших руках. 今回の作品を制作するにあたって、まあ2人の素晴らしい、まあ俳優さんを、まあ撮影されたわけなんですが、浅野忠信さんは、どちらかというともうベテラン俳優だと言われるような、まあ俳優ですごく経験が豊富だと思います。でそれに対して、二階堂さんはどちらかっていうと、まあデビューではないですけど、まあまだ非常に若くって、これからっていう、まあ女優さんで、熊切監督は、この2人、と仕事をするにあたって、経験が豊富な浅野さんと仕事をする方が、面白かったですか？それとも逆にこういろいろ、指導をして、こう演技のこう個人的に説明、していかなければならないこう二階堂さんの方が、挑戦でしたか？そうですね。そんなにその、どちらかといえばやっぱりその指導をするっていうわけではないですけど、やっぱりその、花というか二階堂さんにこう演出する方がやはり楽しかったですね。それはやっぱり浅野さんってもうあれだけのキャリアのありますし、そのちょっと一言言えばもういろいろ変わりますし、からやっぱりそういう部分ではその二階堂さんとを演出する方が楽しかったといえば楽しかった。Ну, если нужно выбирать, то придется сказать, что, наверное, интереснее мне было работать с Никайдо-сан, с молодой актрисой, потому что Асано-сан действительно опытный актер, у него сложившаяся карьера, он понимает то, чего я хочу от него с полуслова, а с Никайдо-сан мне все-таки действительно приходилось работать, что-то ей разъяснять. Не то чтобы я очень сильно критиковала ее работу, но тем не менее мы с ней тренировались. まあ、ただそれはもしかすると役柄かもしれないですね。その割と二階堂さん演じた花の方がこういわゆる動きがすごくあるので、演出がしやすいというのもあったし、浅野さんはどちらかというと受けの芝居であったから、その浅野さんから何かを発するっていうわけではなかったですから、そういう部分もあったと思います。Возможно, это зависит не от самих актеров, а от их героев, персонажей.
героиня Никайдо, девушка Хана, она сильно изменяется в течение всего фильма. И, как правило, это она провоцирует Джунго на какие-то действия. Поэтому больше приходилось работать с ней, так как она уже оказывала влияние на своего партнера по игре. Героями ваших фильмов оказываются в большинстве люди, ну, скажем так, не совсем положительные. То есть люди, у которых есть какие-то проблемы, которые совершают какие-то не совсем поступки, которые мы не всегда можем оправдать. Вызвано ли это тем, что для Кумагири-сенсей интереснее просто вот такие сложные, неоднозначные люди, или тем, что у него вообще мрачный взгляд на человечество, или же тем, что, по его мнению, с японским обществом что-то сильно не так. Потому что герои, в общем, насколько я знаю, почти всех его фильмов, в общем, положительными однозначно назвать нельзя. Собственно, вот чем вызван такой мизантропический взгляд на мир. 監督今回の作品を含めて、監督の映画っていうのは、あまり肯定的ではない人物を描いていることが多いような気が、します、こうどちらかというとあまり共感することが、できない共感することが難しい人物が多いような、気がします。で、これは監督、自身がこういった曖昧な人物曖昧な人格を持つこう登場人物に、惹かれるからであるのか、それとも、監督はそもそもこう人間嫌いであって、人間というものに対して、少々こう冷ややかな目線で人間をあまり信じていないからなのですかね。いや、どうですかね。いや単純にそのすごく分かりやすい人物を描いてないっていうのは自分でも思それは自覚してますし、それは多分その映画の物語を語るために、都合のいい人物ではなくてもっと身近にいる人であったり、そのすごく生身の人ってすごく曖昧であったりすると思うんです。そこをなんとか描きたいっていうのはあります。あとどちらかというとその皆から愛される人よりは僕はどっかでその皆からこう嫌われてしまう人とか過ちを犯してしまった人であったり、こう自分でもどうしていいかわからないようなそういう人物に何とか光を当てたいなっていうのは、むしろその人間の何て言うんですかね、その綺麗事だけの部分は信じてはいないと思います。Прекрасно осознаю, что, как правило, мои герои не очень понятны, бывают, они неоднозначные. Но это получается, скорее всего, во-первых, потому что люди, которые окружают нас в реальной жизни, люди, которых мы хорошо знаем, они, их тоже не очень легко понять. Они тоже не такие простые, однозначные. И поэтому мне хотелось, чтобы мои герои в фильмах были более сложными. А что касается моего отношения к человечеству и миру в целом, да, наверное, я не очень верю в то, что человек прекрасен и что все его побуждения чисты. Может быть, поэтому меня как раз притягивают герои, которые совершили какие-то ошибки, у которых есть темное прошлое. А верите ли вы в возможность счастья в этой жизни? この世の中でこう幸福が訪れること、幸福そのものは信じていますか？幸福の可能性。幸福は信じていますし、その瞬間瞬間であるものだとは思います。ただそれが永遠であるとは思わないです。В счастье я, конечно, верю, но не верю в то, что оно может быть вечным, не верю в то, что оно может длиться очень долго. Мне кажется, счастье – это короткие моменты.
Какой бы момент в жизни ваших героев вот, в этом фильме вы бы назвали наиболее счастливым? ではこの作品の登場人物にとって、一番幸せだったその瞬間っていうのはどの時だと思いますか？この、まあ、純吾と花に関してはやっぱりあの坂道で、純吾が帰ってくるの花が待ち構えているってあそこがまさに僕にとっては幸福の瞬間だと思います。Ну, мне кажется, для героев этого фильма счастье выражается как раз в той сцене, где Хана ждет на возвращение Дзюнго домой, когда он поднимается вверх, значит, по холму. Она его ждет, и они встречаются. Мне кажется, в этот момент они были действительно счастливы. В ваших фильмах всегда очень интересная звуковая дорожка. Вы придаете ей какое-то особое значение. Как вы над ней работаете? И случайно ли или нет, что во многих ваших фильмах очень, ну как бы явственно выделяется звук вот этих вот, ну не ГТА, а там, в общем, какие-то другая обувь, но по звуку это очень похоже на звук ГТА. Ну, фильмы три, по крайней мере, точно могу вспомнить. 監督の作品はいつも音響が非常に面白くて。好きなんですが、その、まあ、音楽音響を、まあ、作る時にどういった工夫をされているのかっていう、点と、もう一点は、この作品に限らず他の監督の作品でもこう下駄の音ではないかもしれないですけど何かこう靴の音足音がなんか聞こえてくる感じがしていて、はい、なんか作品3本ほどではもう必ず聞いたっていうことなんですけどそれは何なんでしょうか何の工夫ですか？まず音に関しては、確かにその他の作品とはちょっと違うかもしれません。それは多分音でもう一度演出をし直すような感覚でその映画を撮り上がってから、単なるその目に映ってるもの音を入れるだけではなくてその映画全体のその裏にあるテーマであったりもっと奥行きをつけたくて、なんですか、まあ、編集と同時に音を再び音でもう一度演出をし直すみたいな感覚でやってます。Ну, когда я работаю со звуком, я стараюсь как бы заново, сначала, еще раз заниматься режиссурой фильма, чтобы добавить какую-то глубину сюжету и происходящему на экране, чтобы затронуть темы, которые визуально могут показаться незаметными. Я заново пишу звуковую дорожку так, как будто это новый фильм. で下駄の音に関しては本当にあのよくぞというか、なかなか、まあ、たまに聞かれるんですけども実はあれはその僕の母親があのよくああいう靴を履いていて、実家にあの猫が何匹もいたんですけども夜母親が猫を連れて散歩するときにあの下駄の音に猫がついていくのがすごくそれがもうずっと未だにこう焼き付いていて、なんか本当に個人的にあれはいつも入れたくなる音なんです。Очень удивлен, что вы заметили звук гэта. Это действительно так. Это мой любимый звук, звук из детства. Потому что моя мама как раз носила такую традиционную японскую обувь, сандалии гэта. И ночью у нас дома было много кошек. Мама гуляла с кошками, и вот я прямо помню очень четко этот звук. Мама идет, и звук ее, значит, обуви, и за ней тихо, значит, следуют кошки. Ну, очень мне хочется в каждый мой фильм вставить вот звук именно такой. А в таком случае вот эта женщина, пожилая женщина, старушка из фильма «Кайтан Сильный», да. Из жизни города Кайтан. Она основана на образе вашей матери? Там тоже есть ГТА, есть кот. То «Кайтан Сиджокке» — это сакухин. Демо,年老いた女性が登場するかと思うんですが、そこでもこうゲタが聞こえてきて、確か猫も登場すると思うんですが、その、じゃあ、 あの登場人物のイメージっていうのは母親から来ているものなんですか？
母親もありますし、あとどちらかというと僕のおばあちゃんのイメージはありました。あとあの映画に出てくる猫グレっていう名前のあの雑種のシャム猫の雑種なんですけど、あれは僕の家に昔いた猫とそっくりで、それもグレっていう名前だったんです。もう本当に個人的なところから使ってます。Не только образ матери, но и бабушки Люквасновы, женщины, которую мы видим в этом фильме, ну и кошка, которая появляется в картине «Элегии жизни города Кайтан», ее зовут Гуре. И дело в том, что у нас дома тоже была кошка, которую звали Гуре. И даже они обе были непородистые и внешне очень похожи, поэтому это, да, очень личный мой опыт, который я отразил в своем фильме. Когда вы снимаете фильм, думаете ли вы о тех зрителях, которые будут его смотреть, или для вас главное все-таки любыми средствами донести, выразить на экране то, что вы хотите сказать, донести вот свой месседж до зрителя, уже как бы независимо, не думая о том, как они это смотрят, просто вот выразить свою идею максимально полно. と映画を作られるときに監督が重視されるのは観客の気持ち、観客がどういうふうにこの作品を見るのかっていう点か、もしくは観客のことはどうでもいいって言ったら大げさかもしれないですけど、監督にとって重要なのは自分のメッセージを映画を通して伝えること、そこに重点を置いているのか、どっちですか？もちろんどっちもあるんですが、ただ観客って一言で言うけど、実はもう本当にもういろんな人がいますから、その大勢に受けるようには絶対に作らないですね。それはどちらかというと、その大勢いる中でも多分自分とある種その共有できる、それはもしかすると同じ身近にもいないかもしれないし、本当に目に見えるところにはいないかもしれませんけど、もしかすると僕、地球の裏側に共感してくれる人がいるだろうと信じて作ってる部分はあります。Мне важно и донести свое мнение в фильме, и, конечно же, я думаю о зрителях. Но зрители же бывают очень разные, это очень широкий пласт людей. И я стараюсь, конечно, не ориентироваться на большинство, но мне хочется верить, что есть небольшое количество людей, может быть, они живут не в Японии, может быть, где-то в другой стране, которые отнесутся к происходящему на экране так, как и я. И вот на них я стараюсь ориентироваться, на этих людей, с которыми я пока до сих пор еще не встречался. По крайней мере, вот первые ваши фильмы по стилистике похожи на работы так называемого Дзю Эйга. Как вы относитесь к этому течению? Относите ли вы себя к этому течению? Хотя, в общем, видимо, нет, поскольку вы все-таки с более крупными бюджетами работаете. И сыграла ли она вообще какую-то роль вот в японской, уже в японском кино? 監督の初期の作品を見ていると、自主映画っていう、はい、単語を思い出すんですが、で、最近の作品を見ているとどちらかとこう結構ちゃんとした予算を組んで作られていると思うんですが、はい、自主映画っていう、言葉、自主映画っていう現象について監督がどう、感じているのかっていう部分と、日本映画史における自主映画のこう、存在、どういう役割を果たしたのかについて監督の考えを教えてください。そうですね。やっぱり自主映画っていうのは、そもそも僕らはそのもう今や、それはどこの国も同じかもしれませんけど、撮影所とかももうのシステムが崩壊してますから、はっきり言って今はもう自主映画を作ってなんとか自分で道を切り開くしか、映画監督になる方法ってないと思うんですね。それで僕も、当たり前に自主映画をやってました。それで自主映画のっていうのは、でも実は今日本の監督ってほとんどが半分以上は多分自主映画出身だと思います。
Ну, наверное, Япония здесь не отличается сильно от ситуации в других странах. Везде система крупных киностудий, она начинает себя изживать. Она уже не работает так, как это было раньше. Поэтому не то чтобы я сознательно хотел работать в стиле Дисю Эйга независимо, а просто у меня не было другого выбора. Чтобы стать режиссером, сейчас можно начинать только так. Поэтому сейчас в японском кинематографе больше половины режиссеров начинали свою карьеру и продолжают работать именно в этом жанре. Как вы думаете, можно ли говорить о существовании Осакской школы вот среди, именно среди молодых режиссеров, примерно вот ваших ровесников? Это кантоку то, кантоку но седай но накаде ко Осака-ха, Осака-скуру, тоита ко нагаре тю но ва сонзай суру то омаймасу ка? Ма, ташика ни боку が卒業した大阪芸術大学出身の監督は今とっても多くてよく言われるんですが、そんなにこう大阪の作風はこうだみたいなのおそらくないと思うので、まあただそういうのってね、別に作ってる僕らが言うことではなくて、そのお客さん側というかが考えることなので。Действительно, часто говорят, что университет искусств в Осака, который и я тоже закончил, породил много талантливых молодых режиссеров, которые сейчас в Японии работают. Но мне кажется, у нас в наших работах нет каких-то общих черт, характерных для всех нас. С другой стороны, возможно, мы это просто не видим, а со стороны такая общность, схожесть, она видна и присутствует. Ну, тут не мы должны рассуждать, а тут как раз кинокритики должны нам указать на существование такой школы, как Осакская, или наоборот, ее отсутствие. Ну и напоследок немножко провокационный вопрос. Кумадири-сан в одном из своих интервью говорил, что он не очень доволен тем, как его учили в Осаке. По его мнению, нужно ли вообще режиссеру кинообразование? И если да, то каким оно должно быть? Это кантоку тоно икутсука но интервью но накаде, ма дзитсуа Осака де но соно эйга кёйку ни амари ко манзоку шите инай, ано 不満を抱いているなんていうことをちょっとお聞きしたようなこともあるんですが、まあ監督はこうあのまあ若い人が映画監督になるにあたって教育は特殊な教育は必要だと思いますか？で、それは一体どういった教育であるべきだと思いますか？不満っていうわけではないんですけども、まあ何でしょう。僕はその大阪の 大学の時はほとんど授業は受けないで、自分で自主映画をまさに撮って、ずっと映画撮って、それまあそれはもう自分にとっての遊びであったというか、でただもちろんお世話になった先生はいますし、それは中島貞雄監督という方なんですけども、非常にその中島先生もあの何が良かったかっていうと、そのまあ先生というよりは先輩監督だったんですね。すごくやっぱりその実践的なアドバイスしかくれなかった人だったので、そういう部分では役に立ってると、自分はすごく勉強になったと思いますし、あとただ映画にとって今日教える場とかそういうのっていうのは、まあ、必要になった時にやっぱり、自らこう学びに行けばいいものだと思うので、ただやっぱそれは何本か自分で自主映画を撮って初めて気づいたりすることだと思うので、その何もまだ撮ったりしてないうちからその理論を教えるとか、そういうのはそんなに僕は必要ないのかなって、やっぱり撮ろうとしている人が自ら気づいていく、そこで何が必要かを探し、自分から探していくみたいな方が、映画であったりそういうまあものを作るっていうのはそういうことかなとは思います。Я бы не сказал, что я
сильно недоволен образованием, которое я получил в Осаке. Просто дело в том, что я почти не ходил на лекции и все время снимал свое кино независимое. И я не относился к этому серьезно. Вначале для меня это было как хобби, просто веселое времяпрепровождение, которое потом стало моей профессией. Вообще, мне очень повезло, что в Осаке моим мастером стал режиссер Накадима Садао. И в его отношении к студентам как раз замечательно было то, что он ставил себя не как сенсей, как уважаемый учитель, мастер, а мы к нему могли относиться как к старшему товарищу, режиссеру, сэмпаю. И все его советы, они были очень практические, их можно было сразу применить на съемках наших фильмов. И этим он очень сильно помог мне и моим сокурсникам. Вообще, мне кажется, что идти в киношколу, получать специальное уже образование кинематографическое, человек должен, сняв несколько фильмов, когда он уже как-то себя испробовал в этом направлении, когда он понял, чего ему не хватает, каким элементом киноискусства ему нужно обучиться, вот тогда он должен уже сознательно пойти и этому обучиться. А вот на начальной стадии, когда у человека нет еще ни одного собственного фильма законченного, то просто изучать теорию, которая никак не связана с практикой, по-моему, этого делать не нужно.